All right, the second sermon is found in chapter 3. А второе послание начинается в третьей главе. And would you keep verses when you quote, okay? So yes, I could follow along. Sure. Mm-hmm. In fact, each of the next three sermons begins with the words, hear this word. Кстати говоря, каждое из последующих посланий начинается словами «слушайте слово сие». That's an indication that he's starting a brand new sermon. То есть это указание на то, что начинается новое послание. Now, in verses 1 and 2, both Israel and Judah are both in view. В первых двух стихах речь идет и об Израиле, и об Иуде. Again, the Jews may have thought that because they were his people, he would overlook their sin. И опять-таки, люди, живущие в Иуде, могли подумать, что поскольку они составляют часть Божьего народа, Бог не будет обращать внимание на их грех. Maybe they would have special privileges. Может быть, они будут обладать какими-то особыми привилегиями. But that's not the way it is. Но на самом деле все не так. Because they are the people of God, they will be all the more responsible. Напротив, если они народ Божий, значит, на них лежит большая ответственность. And they'll be judged all the more severely. И, следовательно, наказание будет более строгим. Now, there are passages in the New Testament that we could look to that say the same thing. А в Новом Завете есть отрывки, в которых примерно выражается та же самая мысль. Jesus said, "To whom much is given, much shall be required." Иисус Христос сам говорит, кому много дано, с того много спросится. The apostle Peter says, "Judgment will begin with the house of God." Или апостол Петр говорит, суд должен начинаться с дома Господня. And so it was in the Old Testament as well. Вот и в Ветхом Завете тот же самый принцип действует. In verses 3 through 9, Amos gives several examples of cause and effect in the natural world. В стихах с 3 по 9 пророк дает несколько примеров действия принципа причины следствия в естественном мире, в природном мире. I think it might be helpful if we were to read these verses out loud. Мне кажется, было бы полезно прочитать эти стихи вслух. So is there someone who would read verses 3 through 8 out loud? Даже с 3 по 8, а не по 9. Если кто-то из вас имеет желание, прочтите, пожалуйста. Пойдут ли двое вместе, не согрешившись, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бесы, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыл свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содранется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Где это читать? That's it. Спасибо. What Amos is saying is that if you see something happen, something must have happened before it. Что здесь пытается подчеркнуть пророк Амос? Если что-то произошло, значит, на это должна была быть причина. Cause-effect. Принцип причины-следствия. If two men are walking along on the road, если два человека идут вместе по дороге, well, they must have made a previous agreement to walk together. Значит, наверное, они решили, что пойдут вместе, правильно? If you hear a lion roar in the forest, he must have already gotten prey. An animal. Yeah. Если вы слышите, что лев рыкает где-то в лесу, значит, он поймал добычу. If you see a bird in the trap, then you know that there must have been food in the trap to catch the bird. Ну, если птица попала в силки, значит, там была заманка для нее, приманка, да, и, соответственно, она таким образом. If you hear a trumpet sound in the city, then you know that the enemy is about to attack. А попала в силки. Если вы слышите звук трубный в городе, значит, приближается враг и так далее. He says, if there is calamity, то есть, если происходит какое-то бедствие, then surely the Lord has been at work. А значит, Бог действует. So the Lord is in all that happens. Господь ведает над всем, что происходит. And then if a prophet speaks, если пророк говорит, then you must know that before God had spoken to him. То можно быть уверенным, что прежде это слово было обращено от Бога к пророку. And here is Amos just giving his argument, I have the right to speak. И здесь Амос говорит, что у меня есть право говорить. The reason he has the right to speak is because God has spoken to him. Почему у меня есть такое право? Потому что Бог открыл это слово мне. Now, here's what Amos has to say, и beginning вот in verse 9.
Что же будет говорить пророк здесь, начиная с 9 стиха? There's going to be a judgment against Israel. На Израиль грядет суд. We're beating this drum over and over and over again. Этот барабан звучит вновь и вновь и вновь. Says, go up on the housetops, go up on the rooftops. Провозгласите на кровлях, он говорит. And proclaim against Israel. И скажите. Tell them on the mountains of. Sorry, I'm having a hard time seeing this. Go to the citadels of Ashdod and the citadels of Egypt. Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях земли египетской. Now, и скажите. It was customary in the ancient world to make announcements from rooftops. Но почему здесь употребляется слово кровля, да? Почему на кровле? Потому что в древнем мире было заведено, было традиционно провозглашать что-то именно с кровли. It was a high place, you could get people's attention. Это было место на возвышении, туда мог человек забраться и таким образом привлечь внимание народа. And so he is going to say from the rooftops what he has to say against Israel. Следовательно, с кровли он будет провозглашать то, что хочет сказать против Израиля. He makes reference here to Egypt Итак, and to Ashdod. Он упоминает Азот и Египет. Ashdod was a city of the Philistines. Азот это был филистимский город. And of course, Egypt was a pagan nation. Ну и понятно, что Египет это была нация язычников, языческий народ. And he's telling these people in Ashdod and Egypt. И вот здесь он говорит, вот эти самые народы, народы Филистии в образе Азота и египетские народы. Look at the sinfulness of the people of Israel. И он говорит, они будут смотреть на греховность народа израильского. It's like they have, even though they are heathen nations, they've never seen sin like Israel's doing. То есть получается примерно так, несмотря на то, что это языческие народы, и они тоже делают очень много всего мерзкого для Бога, но даже они не видели такого бесчинства и такой мерзости, которую творит народ Божий пред очами Господа. And the difference between those two nations and Israel is this. И разница между этими двумя народами и народом израильским заключается вот в чем. The Philistines and the Egyptians oppressed other people, sure. Филистимляне и египтяне угнетали другие народы, и это факт. But Israel was oppressing her own people. Но Израиль угнетал свой собственный народ. And the rich were oppressing the poor. Когда мы говорим, что богатые притесняли бедных. And therefore, thus says the Lord God, verse 11. В 11 стихе, посему так говорит Господь Бог, вот неприятели, притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. So it is the shame of the people of God that heathen nations are not sinning as much as they are. Итак, постыдно для народа Божия должно быть то, что язычники не так грешат, как сам народ Божий. Maybe you have seen it in Russia. Может быть, в России вы тоже такое наблюдали? We certainly see it in the United States. Ну, мы наверняка видим это в Соединенных Штатах. Where the people of God sin, and it's an embarrassment to us and to the Lord. Когда христиане, Божий народ грешит, и это удручает и нас, и я представляю, насколько это разочаровывает Бога. We Christians are called to be a city set on a hill. Мы, христиане, которые призваны быть светом и солью. A light to the world. And when we don't shine for Jesus, и когда мы не отражаем свет Христов, then it is a shame to us. Нам должно быть стыдно. And that's what Amos is saying Israel was doing in the Old Testament. Примерно то же самое, говорит пророк Амос, делает народ Божий в Ветхом Завете. There is a prediction here in verse 12. Здесь в 12 стихе дается предсказание. That even though destruction is coming against Israel, что несмотря на то, что Израиль будет разрушен, there will be a remnant spared. Остаток будет спасен. And here is where Amos's professional life as a shepherd came in handy. Вот здесь Амосу пригождаются некоторые образы из его как бы профессиональной деятельности. Мы помним о том, что он был пастухом. He had probably seen what he's describing here. Наверное, он буквально представляет себе в картинках то, что он здесь описывает. Where a lion had taken one of the lambs from his flocks. Когда пастух исторгает из пасти львины две голени или часть уха. And he tears away from the lion. То есть буквально вырывает из пасти львиной. One leg from the lamb. Ногу, например. Or just a small piece of the lamb's head. Или небольшой
там участок уха. Это все, что осталось. А вот так же Бог поступит и с Израилем. There will be not a complete and total destruction. Народ израильский будет погублен, разрушен, но не полностью. But и не всецело. Only a small remnant will be left. Останется лишь небольшой остаток. In fact, he goes on to say in verses 13 to 15. С 13 по 15 стихи он продолжает эту мысль. That there will be a great punishment. Говорит о строгом наказании, о великом наказании, которое грядет на Израиле. He says he will punish the altars of Bethel in verse 14. Я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Бефиле. Now, Bethel was a city in the northern part of Israel. Вифиль это город, который располагался в северной части Израиля. So if this is the line separating Israel and Judah. Если вот эта линия разделяет Израиль и Иуду. Bethel would be just on the northern side of the line. То Вифиль будет располагаться на северной стороне. And that is where the worship of the northern kingdom took place. Именно здесь и было место поклонения северного царства. There were altars set up in Bethel. Там были установлены жертвенники именно в Вифиле. And God says he would punish the altars of Bethel. И Бог говорит, за жертвенники в Вифиле я взыщу. Not only that, but he will destroy the summer houses and the winter houses. Не только это, но и в 15 стихе поражу дом зимний вместе с домом летним. The houses of ivory. Now, и исчезнут домы с украшением из слоновой кости. That is a reference to the opulence and the extravagant lifestyles of the rich in Israel. Упоминание слоновой кости говорит о том, что здесь пророк говорит об очень богатых домах, об очень богатых людях, у которых были роскошные жилища. The people who are living extravagant lives at the expense of the poor, they are oppressing the poor. Здесь как раз подразумеваются те самые богатые люди, которые роскошествуют на страданиях нищих. Они притесняют богатых для того, чтобы собирать себе сокровища и жить такой роскошной жизнью. And so here at the end of this second sermon is a call to repentance, but judgment is coming. И здесь в конце второго послания пророк говорит, покайтесь перед Господом. Но вместе с тем он говорит опять же о неотвратимости грядущего наказания. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.